Хей, гайс, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Face. Поехали. Довольно критики ее нормально, так сказать. Сказали, игра норма. Прикольная. Давайте новая игра, поехали. Я даже не знаю, что она из себя представляет, игруха Face. Наверное, что-то представляет прикольное. Так. Ага, у нас стрелочки управления, прыжок. Управление, хорошо. Так, нажмите возле двери, чтобы пройти. Поехали. Так, прошло автосохранение у нас. Знаете, как почтовые вот эти трубы в Футураме были? Так, подойдите к почтовому ящику. Control. Нажмите левый Control. Я понял. Так, АА. Вращение. Прыжок пробил, действие КТРЛ. Хорошо. Дорогой Гомея, поднимись, пожалуйста, к вершине деревни, мне есть что сказать тебе. Сегодня особый день, Гизер. Так, сейчас мне нужно, короче, зайти. А, я не могу, да, поиграть там на барабанах, типа того. Ну ладно, погнали. Ну блин, знаете, две кнопки такие неудобные. Так, нажмите Shift, чтобы починить табличку. Прочесть табличку. Угу, чтоб скарабкаться. И вниз, чтобы опуститься. Допустим. Я не могу ни с кем, да, именно так разговаривать, если с ним захочу. Я могу лазить, хорошо. Так, а для открытия запертых дверей требуется ключ. Так, чтобы забраться по лиане, нажмите вот так. Добро. Ой, нужно было идти в те дома, да, позаходить лучше тогда. Здравствуйте. Типа школы. Ладно. Стойте, а го, тогда спустимся. Айпл, я умер. А я хотел спуститься ниже, посмотреть, что там. Так, типа их не общая кухня. Могу там ходить. А. Хорошо, мы на вершине. Да, я тут. А, вот и ты. А сегодня особенный день. Приключение начинается. Пришло время Гомеза. В любой момент. Так, подожди секунду. Вот и он. Трехмерный квадрат. Вау. Короче, непонятная херня. Заметим 2D в 3D, да?
Какой-то кубик падает. Да нет, это не кубик. Шкатулка. Или это шапка? Хм. Нифига себе, это оказывается. Так, используйте ады. Для... Мы сломали пространство. Бля, походу игра вылетела. Не, на самом деле это прикольно сделано. Это реально классно сделано. То есть этот момент тоже являлся игрой, понимаете, в чем прикол? Вау! Теперь мы можем смотреть, что у него на стене. Манать! Понимаете, что это значит? Мы можем все путешествовать. Вау. Но мне кажется, это будет сложный платформер на самом деле. Хотя, кто его знает, посмотрим. Гомес? Что-то пошло не так? Мне нужна твоя помощь. Мне прислали сопровождать тебя. Я точка. Ексагдер так, распался на кусочки. Так, разбив и разбросав по всему миру. Ты должен восстановить его. Без него всему настанет гибель. Ты починишь дар? Великие тайны были открыты тебе. Есть мир за пределы твоей деревни. Измерения помимо тех, где ты обитаешь. Эта дверь ведет во внешний мир. Но сейчас она крепко заперта. Так. Отметка на ней означает, что ты не сможешь открыть ее до тех пор, пока не соберешь по крайней мере один куб. В мире полно таких дверей, каждая из которых требует больше кубов, чем предыдущая. Чтобы завершить путешествие, ты должен найти все 32 куба. Но сначала ты должен покинуть это место. А, 32 бит, типа, поняли, наверное. Или типа нет. В этой деревне находится 8 осколков куба. Так, подобных вот этому. Вместе они сформулируют полный куб, с помощью которого ты сможешь открыть дверь. Найди их. Итак, подводим итоги. Все еще золотые кубы. Очень важно. Нужно найти их все. Или иначе вселенная схлопнется вместе с тобой. Никакого давления. И запомни. Используя АДИ смены перспективы. Теперь продолжим. Так, дом Гомеза. Shift. А, они даже так сделаны. Давайте сначала, я думаю, исследуем эти пространства, да? То есть я на этой стороне теперь? Ха, как сделано? Я видел, дьявольский квадрат. Так, теперь главное не упасть здесь. Понимать все, что я делаю, и не падать. Хорошая шляпа. Так, мы в этом доме еще не были, поэтому поехали. Так, там сундук. Я хочу просто все посмотреть, все понять. То, что вот это пространственное путешествие, это реле охренительно сделано. Shift. Сундук с сокровищами.
Чтобы его открыть, вставь перед ним и нажми... Ну-ка, что? Control. Left control. Так, мы получили ключ как раз, где мы можем открыть его, я знаю. Ты нашел ключ. Ключ открывает любые двери, но использовать их можно только один раз. А, видите, то есть я могу подходить к каминам и просто нажимать тоже как переход между локациями. Так, а здесь на самом деле нужно типа подумать, куда еще идти, потому что... Еще куб. Так, кстати, а где я был? Мне наверх, да, нужно? Так, сюда. Пока что мне игруля сама по себе, именно по внешней, прикалывает. Как система человека создана. Ну, их не игровая здесь. Трехмерные кубы. Как такое возможно? Новое измерение? Ого. А это типа, наверное, эволюция их. Не, ну на самом деле, если так подумать, это прикольно сделано. Я серьезно, без всякой. Так, главное не упасть, слушайте. Вау, она так в глаза дает, эта жопа. Это было действительно красиво. Но больше так и не делай. Пиздец, это пространственные прыжки. Так, а теперь мне, по сути, нужно безопасно слезть. Так, тихо. Опа. Shift. Сундук с сокровищами. Чтобы его открыть, ну так... А, контур, точно. Еще один ключ. Отлично. Так, мне нужно в тот домик попасть. Вот в этот. Так, а ты со мной поговоришь? Это был куб? Но это невозможно. Погнали. Прошло столько времени. Теперь твоя очередь. Я устал. Плюс эта штука у меня на глазу. Да. И что здесь? Походу больше ничего нет. Ладно, поехали. Так, раз дверь. О, у нас даже там меню есть. Там, наверное, за мной не видно, там типа количество кубиков, сколько надо. Это у нас что? Ты нашел карту сокровищ. Карта чего? К чему? Я не знаю. Сам разберись. Может, тут есть всякие пасхалки, я не знаю. Нужно все искать. А это куда я типа перехожу, я понял. А, типа, видите, куда я буду идти дальше, типа. Или пойду в ту или иную сторону.
Так, а теперь я вот думаю, куда мне идти. Потому что, по сути, я в тупике. Это мой дом. Ага, вижу еще дверь, хорошо. Хорошо. Сюда. Готово. Просто пустой дом? Странно. Просто пустой дом. Так, еще дверь. Ну хотя бы тут, где мы уже побывали, остаются двери открыты. И это радует. Так, у нас сейчас 6 кубиков, 0 полных квадратов. Все равно тяжко. Ага. Еще дверь. Все равно немного тяжко, типа, понимаете, куда телепортировать. Еще дверь. Отлично. Хорошо, у нас остался еще один кусочек, у нас будет полноценный куб. И тогда пойдем вниз. Все, у нас полноценный куб. 8 кусков собранных. И сейчас должен превратиться в один. Да, все, теперь... Блин, может, свою нужно будет аватарку вниз переставить. Ты сделай это. А теперь ты сможешь открыть дверь. Идем. А давайте я, наверное, это так и поступлю, да, типа... Так, захват... устройство. Вот так вот. Чтобы вы видели, что происходит за мною. Так. Теперь просто самый низ. Даже, видите, звук, типа, пропадает. А, громко как. Дверь открыта. Готов ли ты начать свое приключение? А, ребят, давайте, может, это будет, типа, вступительной серии, поэтому мы... Хотя... Поехали. Ладно. Эй, послушай. Я знаю, ты раньше не выходил за пределы деревни. Так что, если потеряешься, посмотри на карту. Нажми Escape для вызова карты. Вау. Манать. Это карта мира. Она показывает, где ты уже был. Ты можешь изменить масштабы с помощью S... Итак, хорошо. Для возвращения так используйте. Каждый узел представляет собой место в... Так, в позолото... Так, но слева указывается, что ты нашел все предметы... Так. Позолото на узле означает, что ты нашел все предметы так, и проходы. Ага, я не нашел еще где-то, да? Классно, хорошо. Значит, ребят, смотрите. Это то, что тоже мы изучили. Это может быть огромное место. У нас еще здесь не изучено. И камень не изучен. Секреты. Давайте, наверное, вернемся до конца, исследуем город, и тогда уже точно закончим серию. Так, только теперь осталось понять, куда идти. Так, мне сюда нужно, хорошо. Так я не понимаю, типа, секретку. Я ж нашел здесь секретку.
Атю. Где секрет, который я не нашел? А, тихо, вот, тихо, что-то было. Или нет? Так, осколков кубов. Подождите, там было сказано, что белое, это значит, я что-то там еще не нашел. Золотая я все нашел. Значит, логично понять то, что я там что-то не нашел, но что? Я понять не могу. Секрет. Ну, мы там все изучили, в принципе, блин. Какой может еще быть секрет? Может, где-то тут на картине? Может, я чего-то не замечаю, я не знаю. Ну, типа сундук и все здесь. Ну, блин. Чего тут я не вижу? Что я тут не могу увидеть? Непонятно. Странно. Ладно, погнали тогда в котельную. Ой, стоит, тут тоже еще что-то есть. Карта сокровищ. Что это артефакт у нас? Тихо, 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 не падать. Может, мне вот это место показывали? Сейчас стоять. Ну, там точно был домик этого. Наш дом. Да. И котельная. Может, за вот этот дом пока? Нет, тот дом, ну блин, я не знаю. А. Класс математички. Что может быть такое, что я не заметил? И где? Но меня приграет. Я хочу все на золото пройти. Котельная. Где эта чертова котельная? Кухня. Математический класс. Вот, котельная. Хорошо, давайте здесь посмотрим. Что я такого не заметил? Вот, картинки какие-то, ладно. Хорошо, вот секрет, я не знаю, вот знак вопроса. Но я наверх залезть не могу. А, может, я как-то потом смогу цепляться, либо двойной прыжок делать? Я просто прыгаю за пространство. Вау.
Ладно. Есть еще варианты. Shift, контур, нет. Shift, 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 контур, нет. Ну тоже ничего нету. Короче, тогда я не знаю. Типа что-то показывают, но я еще вот этого не вижу. Так, хотел зацепиться. Ладно, тогда давайте, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.